Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Альберт, и добро пожаловать на канал Playtime, и мы продолжаем выживать GTA 5 онлайн. Сегодня наша задача очень проста. Такая задача, что я люблю его проходить каждый раз, вот. Почему? Потому что нам нужно сейчас отправиться на стрелку, на разборке, и все-таки показать всем, кто здесь хозяин. Так, блин. Возьми оружие. Вот, отлично. Пушка у нас есть, кстати. Я все-таки страховую компанию выбил свою обратно тачку. Вот она моя точила. Обожаю ее. Правда, в нем апгрейд минимальный. То есть по движку, по ходовке я вообще ничего не делал. Просто так красоту навел, так скажем. Вот, ну. Пока денег нету. Столько, сколько нужно для полного счастья. Поэтому пока довольствуйся тем, что есть. Вот. Ну, все, наверное, думаете там, а что за тачка такая стрёмная, беспонтовая. Да нет, ребята, зря вы так думаете, на самом деле. Машина очень хорошая. Ретромобил ценится всегда. Вот, ну ладно. Сейчас у нас задача приехать на стрелочку и разобраться с этими упырями. Кто тут вообще? Кто здесь у нас тут? Мазафак. Приехал я сюда, к сожалению, один. Но я думаю, справимся. Справимся. Так, сколько их тут вообще? Давайте вот так пройдем мимо, без палева. Да, в принципе, немного, да? Можно, в принципе, их быстренько так хоп-хоп-хоп. И все, хорош, и валим. Давай, вылазьте. Хоп. Отлично. Амиго, fuck you up! Один с автомата даже фигарит. Блин, блински. Мне бы быстро квартиру купить. Я бы себе тоже и автомат взял, и тачку бы апгрейдил. Ладно. Ладно, сказал, лежать. Со ствола тоже, в принципе, нормально. Давайте поближе. Опа. Оп-оп. А так вот. Ах, твари, а! Твари, они с другой стороны уже. Вот уроды. Чуть-чуть не убили. А смотри, какой скам, сколько. Да еще кто-то там телефон мне названивает. А, верни товар. А я что, по-твоему, делаю? Вату, что ли, катаюсь здесь? Так. А, все понял. Приехали другие ребята на разборку. Друг друга сейчас перестреливают. Можно было, конечно, переждать это все, весь момент. Но, ребят, мы ждать не любим. Придется нам, получается, две банды просто снести. Ах ты, блин. Давай, вылази отсюда уже. Во, отлично. Почти вылез. Кто там еще один засел? Ах ты, собака! Вылазь давай, урод! Ты смотри, как он шмаляет. С автомата еще, падла такая. Так, ну, мы там, в принципе, товар уже выбили, я так полагаю. Надо забрать и свалить отсюда. Чтобы забрать и свалить, надо вот этого снять. LSP, you fucking putos! Давай, чё, вот так уж. Подбежим. Отлично. Не жать, урод. Все. Трупачок. Так, давайте тачку вот сюда уберем. Так, полутаемся. Как-никак. Патрончики, ствольчики. Денежки, это очень хорошо. А вот и товар. Так. А теперь, наверное, все-таки валить надо, потому что у нас уже вон друзья.
А, друзья, у нас проблемы, ребята. Ах ты, сволочи, всю мою тачку. Гады такие. А, у меня тачка, конечно, по скорости не айс. Но я такую машину все равно не брошу, потому что он недавно у меня пропал. Я его только-только отыскал. А, собаки, смотрите, они все стекло пропили. Гады такие. Что-то их там больно много стало. Ладно, будем вилять, чтобы нас не попали, гады. Как бы у меня напарника, ребята, напарника, который бы все хвосты бы убирал бы просто. Почти, почти. Осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть, немножко. Сейчас будет такой поворот. Все, все, почти приехал. Вот если бы не вот это вот, вот джип. А, еще и в аварию попал. Ну что ты будешь делать, а? Все, все, мы приехали. Да что ты будешь делать, а? Фак, ты понял? Урод. Привязался за мной. Тут еще живой, что ли? Все, желающих нету? Это хорошо, что желающих нету. Фак. Всю тачку мою гандошили. Собаки. А смотри-ка, нет, там еще один желающий бежит. Давай, давай, давай. Появись. Вот так вот, понял, да? Гаденыш. Зеленый футболки такой же, как и я. Так, ладно, все. Наркота у нас в руках. Давайте отнесем. Отнесем нашему другу. А вот и он. Что это такое? Что-то я не понял, ребята. По ходу дела, чувак нас отправляет еще на одну какую-то проблему. Отправляйтесь к банде. А зачем мне канистра, чувак? А, давайте посмотрим все-таки, где наша банда. А, ну все, да? Район банды. Блин, он мне не полутать, ничего не дал. Жизни у меня мало. Ладно, надеюсь, отправимся к нашей банде. Кстати, тачка пропала. Кто-то уже спер ее. Вот так вот, да. Отлично. Бронспонтер, бревенник, мать ее, так. Пока танка нету, приходится на своей такой вот мощном танке ездить. Он, конечно, разгоняется медленно, но зато во все повороты войдешь. Без проблем. Вот так вот. Да ёб трынгэмбл. Взял мне... Ты просто крыло снес. Ладно, фиг с ним. Сейчас наваляем еще люлей. Я не знаю, зачем вот этот вот... Он мне дал канистру, наверное, поджечь кого-то. Или чего-то. Ах ты, стой ты, не туда ты. Проглядела. Хотя нет, все правильно, сюда. Просто мы пораньше завернули. Ух ты. Там, оказывается, у нас тоже друзья. И их немало. Их даже три штуки. Три штуки. И они стоят почему-то. Не двигаются. Ну, зато у меня литье целое, не попорчено. Давайте посмотрим. Что у нас там? Тачка взорвана. Ух ты. Надеюсь, человек нормальный. Хотя, если красный, то вряд ли, да? Что ты сказал? Да, друзья, их стало намного больше. Надеюсь, нам патронов хватит. Да сдохни ты уже. Хорош ты угорать так. Давай, не выеживайся. Спрячься вот здесь.
так, 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 у нас где-то справа, да? Ох, твою дивизию! Стоять ты, куда? Че думаешь, я тебя не заметил, что ли? Сзади хотел мне. Давайте, ребята, выходите сами, по-хорошему, потому что будет очень плохо, если я сам подойду. Но, тем не менее, наверное, мне все-таки подойдет, придется. Что-то мне этот канистр не нравится, ребята, что-то я к нему подходить не хочу, потому что если в него попадут, наверное, будет очень, очень жарко здесь. Ну ладно, давайте быстренько посмотрим, что тут, и здесь ничего. А что с ним делать-то? Уничтожьте машину банды. Охренеть, а сколько их? Одна, наверное, вот эта машина. Ага. Опа, мимо. Так, 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 чтобы с ним сделать такое плохое, чтобы мне было хорошо. Отлично, попал. Да я же даже убил. Эта собака все новых зовет, да? Ладно. Нам, в принципе, не привыкать. Выполним сами задание. Давай, давай, куда полез-то, придурок? Офигеть, лежачего, конечно, долго приходится убивать. Почему-то. Почему-то и ни у кого нет автомата. Я не... О, да ты ж... Да ну нафиг, ты взял калаш, дружище. Вот это вот по-нашему. Вот это вот давно надо было. Вот так вот. Отлично. Добьем давайте вот этого кренделя. Ты живой, что ли? Ну, вроде все. Вроде уже не живой. Блин, печально, что патрона нету. Один патрон остался. Не будем рисковать. Так, что у нас с канистрой? А, вот она что, ребята. Я еще такое задание не выполнял, честно говорю. Так. И как его взрывать? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пошло, 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 пошло. Пошла, родная. Здорово. И? Что ты? Что ты? Взрываться мы не будем? И все. Мать, вот так. Ладно. Бензинчика мало подлили. Хорошо. Давайте вот так тогда еще подольем. Так, хорошо. Так. Давай вот так вот. Вот так вот. Гады стреляют. Отлично. Сейчас повеселимся. Да ты чё не горишь-то? О, отлично, отлично. Все загорелся. А теперь фейерверк, пожалуйста. О, здорово, здорово, красава. По-нашему. Так, уничтожьте машины банды. Их еще что ли? А, ну в принципе да, там получается еще три машины. Ах ты тварь, а. Смотрите, ползут как тараканы. Да еще отсюда что? Ты говнюк, а? Метки что ли такой? Перезаряжай давай. Нормально. Еще двое. Ах ты собака, есть. Сдохни ты уже. Еще один. Ты этот козел стреляет. А, там что ли? Блин, кстати, здесь еще закрыли дорогу, чтобы не проехать, да? А вон он. На, мазафак, я все в дерево выстрелил. Еще желающие? Ух ты, есть, да? Все-таки есть у нас еще желающие. Все, мать ее, вот так, меня убили.
Да мазафак, я взорвал только одну машину, меня убили, гады. У меня последняя жизнь, а здесь обычно дается по две жизни. А, и моя машина там, да? Ладно, заберем эту машину. Иди-ка сюда. Точнее, иди-ка отсюда. Извини, сестренка. А я возьму тачку на прокачку. Ты, сука, мне что ли сказал? Ты, блин. Ты, блядь, в упор. Ты как ты можешь вообще в упор стрелять, говнюк? Ты где таки, а? Меня вообще бесит вот эта тема, когда в упор стреляют. Еще там, да, крендель один? Эй, мазафака, сейчас покажу, блин, кто в доме хозяин. Весь район, блин, под тебя подгребу, гады. Лежать, сказал. Еще там один крендель за забором заныкался. Один, по-моему, вот сюда прошел, да? Где он? Где он, эта тварь? Кстати, вон там вместе машины стоят. Там побольше крендели. Так, давай залезем. Давай живее лезь. Все отлично. Отличненько. Вот они. Минус один. Ты сдохни уже. Ты смотри, какой живучий. Минус два есть, отлично. Так, и вот как раз таки тачки стоят. Так, блин, я же забрал товар. Зачем ему еще и тачки бомбить? Ты сука такая, а? Давай, давай, появись. Я же видел тебя. Ладно, не хотим по-хорошему. Будем как всегда. Мазафака! С таким этим сказал. Как будто не знаю, что там. Мазафака! Бедная тачка. Ничего, я тебя прокачаю нормально. Будешь летать быстрее ветра. Давай пока, родная, мне денежки принеси. Так, походу дело вот здесь, да, где-то крендель? Ага, здесь заборы. Ладно. Поехали дальше. А, кстати, здесь калитка есть. Калитка-то хорошо. Да они закрыли его. Давайте обойдем. Так, так, так. Вроде все чихо. Вот, 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 вот. Все, где вы? Сука такая, вот она. Вот еще одна сука спряталась. Живой еще, гад. Такой... Мать его так. Ой, ребята, я по ходу дела тут что-то на самом деле всех перебил. Вроде как. А вроде да, всех перебил. Так, две тачки за забором и одна тачка здесь. Если я сейчас его взорву, понабегут здесь. И, кстати, а там выйти-то сможем потом, нет? Давайте проверим. Ну да, сможем. 33 раза. Ты прикиньте, да? Здесь выйти никак нельзя будет. Здесь просто тупо перелазить каким-то образом придется. Я не знаю, через колючки будет, надеюсь, без проблем перелезть. Так, ну чё, красивые тачки, говоришь? А, сделаем проще. А, то есть нельзя их даже воровать. Просто вот как они стоят, так и стоят. Ну, печально. Ну, ладно. Поехали. Поехали обливать.
Хотя вообще вот это как бы задание не из легких, в плане того, что их, его надо было выполнять хотя бы вчетвером. Ну, я взялся что-то один как-то выполнять. Думаю, справлюсь. Если сейчас, конечно, меня тут не набегут тараканы со всех сторон, не начнут пулять. Ну, ладно, хоть бензин бесконечный. Относительно. Вроде как бы индикатор нету, что он кончается, еще что-то. Давайте вот так польем. Побольше. Как-никак джип же. Надеюсь, он не испаряется. Так, 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 так. Давайте сделаем такую линию, чтобы можно было свалить. Все, да? Здесь мы свалим? Свалим. Без проблем свалим. Ну и все, что? Оп! Сигаретки не хватает. Красота-то какая. В смысле? Я не понял шутки. Вот, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я перестоял здесь. Давай только взорвись. Вот так вот отлично. Мать их так, блин. Ты тоже давай взрывайся уже. Ага, два кренделя пришли сразу. Ну давайте, появляйтесь. Жду вас, жду. Да-да-да. От один есть. А второй есть. Сдохни уже. Ни о чем. Ни о чем, мать твою. Так. Так, все бы не... Все хорошо, все отлично, все здорово. Но почему вот эта машина не горит? Я же его вроде облил. Неужели бензин испаряется? Блин, херово. Ладно. Давайте заново тогда. Ты чего творишь-то? Ну-ка забери. Эй! У вашего оружия закончилось патроны. Там бензины кончаются, что ли? Блин. Отлично, цепанул. Немножко хоть поджег. Ха-ха-ха, ребята. Здесь, оказывается, ворота автоматически открываются. Вот так вот, отлично, отличненько. Осталась последняя машина. Не знаю, конечно, каким образом я его буду уничтожать. Все знаю, ребята, все знаю, все отлично, все узнал. Вот же баллон есть. Сейчас мы баллончик подзорвем хорошенько. Вот так вот это делается. Где, мать вашу, взрыв? Ох, твою мать, бежать пора отсюда, короче. Ребята, пора бежать. Я смотрю, уже за мной гонятся. Да, в принципе, все, да? Кого? А, главарь хочет уйти, что ли? Я думал, он за мной гонится. Ох, ребята, на этой машине гнаться за кем-то. Ну, тяжело, да, не спорю. Теперь немножко... Опа, стоять. Он прям сюда едет. Вон он. Ах ты, сука такая. Давай, давай, разгоняйся уже. Да, вот тут, конечно, не хватает спортивной тачки. Типа Lamborghini какого-нибудь. Либо хотя бы мустанга. Вот, только не переворачивайся, дружище. Только не переворачивайся. Это сейчас вообще будет очень плохо, если ты перевернешься. По ходу дела мой заказчик решил всю банду
просто-напросто снести нафиг. Эх, жалко, что я оттуда ушел. Надо было все-таки там подождать и застрелить этого засранца. Стоп. А, он здесь проехал. Интересно, и куда он попадет? Ну, пока он движет... А, все, он приехал. Вылазь, мать твою. Но. Как вот-то понял, да. В тупик себя загнал. Такие вот задания, ребята, есть. Очень интересные задания на 6 штук баксов. Вообще, ну просто здорово. 915 опыта мы заработали за это задание.